позитивно, с хорошими трассами. Думаю, что всем понравилось. Ну что, мы начнем сейчас награждать номинации, таких, скажем так, это поощрительные номинации. И, как говорится, за участие, за активное участие. Поэтому первый у нас есть очень интересная номинация. Это самый младший участник, которого зовут Боря. Поднимется. Девушка, их не видно так. За улицу победы вы также получаете вот это устройство. Интересное. Хорошее, на самом деле, качественное, но они такие, знаете, прочные, клевые, тяжелые. Настоящая лопата. Спасибо большое. Ребята, вы выбираете прилуку? Так, друзья, оденьте, пожалуйста, с дебютом прилука. Спасибо, ребята, большое. Большое спасибо, прилука. Руки приезжают постоянно. Шикарно, спасибо Боре за организацию, за приглашение и хорошую дисциплину. Спасибо большое, Десина. Так, далее, друзья, за участие в победе, за уровень победы у нас награждается клуб «Вертикаль 4×4». Клуб «Вертикаль», как проект уже. «Вертикаль» за пару уже. Ребят, опять стало низкого начать. Понемножку привыкайте к пьедесталу, так сказать. Возьмите, пожалуйста. Это замечательный дипломчик ваш. Спасибо большое. Ноги! Будем говорить, какой хороший. Здесь шампуры, бутылочка, напитка, которую можно выпускать от вас, за свое участие. Друзья, за помощь тоже перед депутатами, которые в вашем городе. Спасибо большое, что приняли. Спасибо большое за помощь. Ребят, пару слов за помощь. Ближе микрофон. Спасибо большое, Вертикаль, за хорошую новую встречу. Друзья, у нас есть еще одна очень-очень-очень интересная номинация. Здесь так и написано. Най-най-най лучшему участнику. Всего лишь ему 5 лет, друзья. Мы открываем 5-летний спортсмен. Сан Саныч Короненко, вам вручается почетный диплом. Вам вручается еще раз аплодисменты всех. И ваши получайте. Ну и несколько слов, что вы скажете от себя? Спасибо тебе большое, успехов тебе дальше в спорте. Дорогие друзья, за волю победы у нас награждаются Тищенко Станислав и Тищенко Петро. Ребята, приглашаю вас на подиум, пожалуйста, идите к нам. Тищенко Станислав и Тищенко Петро. Пожалуйста, ребят, вам. Это технологичек, спасибо большое вам за участие. Так сказать, не расходитесь, у нас будет фото совместное. Далее, за дружеский визит у нас награждается клуб «Вертикаль 4×4». «Вертикаль 4×4» – дружеский визит. Это клуб, да. Пожалуйста, это вам. Как клубу, вот,
очень хорошая такая памятная штучка. Советую сразу ее в рамочку положить, чтобы целостность сохранилась. Успех вашего клуба, спасибо. Дорогие друзья, за... также за участие и за очень большое желание в победе у нас награждается Кинчик. Танчик, танчик, стой, танчик. Все знают танчик, друзья. Танчик это! Это танчик! Это не просто танчик. Это пацанчик! Это пацанчик, говорят. Пацанчик, танчик, в общем, стихи пошли уже. Но это чтобы, как говорится, ну, понял, да? Чтобы вечер был хороший, ну, веселее. Покажи грамоту. Будет еще лучше тебе. Так, давайте вместе. Спасибо. Так, за дружеский визит награждается клуб из Березани. Березань, я знаю, что вы где-то рядом. Так, у нас экипаж, который состоит из... Ну, Северин, да, экипаж? Вы в качестве штурмана были. Вы впервые прямо как участвовали. Вы выступали в ТР... Ой, понравились вам спуски, подъемы. Пожалуйста, это вам. Фото подождите там. Так, как вы здесь? Памятник. Далее, друзья, за дружеский визит у нас награждается клуб «Славянск-Медрок». «Славянск-Медрок». Ребят, ну, я понимаю, что произошел такой трабл, когда проезжает машина от тебя в 10 метрах, и ты слышишь этот, как песня, скрип колеса, то, ну, понимаешь, что это и то произошло. Ребят, я знаю, что вы... Нормально? Первый. Конечно. Хорошо, спасибо большое. До новых встреч. Такое впечатление, фотографа награждают все время. С телефоном и фотоаппаратом. Можете зайти в наші звання на відео.
бачите, як там стоїть, як ми прибуваємо свої участки. Називається «Зуб Кріал». Я як зараз на Волокиті, тому дуже легко через YouTube, через Google знайти. Дякую. Так, дуже скелезит, хотів поблагодарити представителей клуба «Жула». Пожалуйста, приходите к нам, «Жула». Да, друзья, это тот юный чемпион Украины, который рассказывал по квадрикам. Пожалуйста, это вам. Спасибо, что приехали. Кстати, вот мы сегодня лишний раз убедились, что квадроциклы плавают, да? То есть можно плыть, да, там, где, ну, не только плыть, можно и по воздуху, да. Спасибо большое вам, спасибо, Джуля. Так, далее, друзья, благодарим за дружеский визит клуб «Пятина». «Пятин», «Полтавщина». Вот, я же знаю, что где-то есть эти ночи, но передадим, получается, да. Пожалуйста. Дальше, далее вас за дружеский визит награждаем клуб «Чернівці», «Чернівця Повод». Чернівці, красивый город, был там несколько раз на гастролях, вообще шикарный городочек такой. Дружеский визит награждается клуб «Экстремал». Экстремал, где? Признавайтесь. Экстремал, Чернігов. О, пожалуйста, поднимайтесь, украшение стенда. Али и славы ваши. Я знаю, что она у вас большая. Да, пожалуйста, Руслан. Очень приятно. Шампанское дайте людям. Мероприятие особенно приятно. Встретить всех друзей особенно приятно. Встретить всех друзей со всей Украины. Ура! Ребята! Чернівці! Ура! Ура! Чернівці! Ура! 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 Команды такой дружной, работной команды. Так, дальше. За дружеский визит хотим поблагодарить клуб с города Одессы. Одесситы, Одесса, где вы признаваетесь? Везде есть вот мы где. Ребят, спасибо большое нашему клубу. Пожалуйста, это вам. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Спасибо. Так, далее. За дружеский визит приглашаем в себе клуб с города Миргород. Миргород. Город Миргород! Вы где-то были рядом, а вот ребята идут. Уставшие, загорелые. Но счастливые, ребят, счастливые. По несколько слов каждому. Дружеский визит награждаем клуб «Ганича». «Ганич» отблагодарить клуб ОММ. ОММ? ОММ, да, ОММ это Киев. Есть. Смотрите, свежа заходит с болта. Пожалуйста, это вам. Вам тоже несколько слов. Вы первый раз в Прилуках, в остров? Да, первый раз. Я до сих пор не почему я раньше здесь не был. Ну, теперь постоянно приезжаю. Спасибо! Как говорится, лучше позже, чем никогда, и до новых встреч. Далее, друзья, за дружеский визит хотел бы поблагодарить клуб «Росомаха» Прилуки. Клуб «Росомаха». Благодарим вас за участие, пожалуйста. Ваш памятный диплом. Шампанское, так сказать, чтобы внутри смочить это как бы ощущение атмосферы. Несколько слов вам. Хорошо. Все отлично. Вам понравилось. Проверили вещи. Дякую. Прослава дружеский визит клубу «Лубны» 4 на 4. «Лубны». Клуб «Лубничный визит», клуб «Чернухи». Клуб «Чернухи». Как вы все? Все хорошо прошло в целом? Спасибо вам. Ну, это такое, как говорится, техника, вещи, ну, всякое бывает. За дружеский визит благодарим клуб «Везде холды» «Бобровцы». Спартанцев! Пожалуйста! Дякую!
Друзья, пожалуйста, аплодисменты Бобровице за хорошие жесты, дружбы. Здесь, ну, что-то хорошее, тяжелое, качественное, просто чувствую. Ну, спасибо за подарок, ну, это... Не-не, арматура, наверное. Спасибо, Бобровице! Переходим к награждению ТР-0. Итак, переходим к награждению ТР-0. За почетное третье место у нас награждается экипаж. Я назову сейчас их имена, вы поаплодируйте все вместе. Награждается, друзья, за третье место в классе ТР-0 Митько Евгений и Гранкин Евгений. Встречаем, друзья. Вот они, фолловеры. Девушка, отойдите, девушка, елки-палки, что ж такое? Пожалуйста, они ваши. Далее, ну, у нас, соответственно, второе место. Вы там поместитесь вдвоем. Как-то вот сюда. Ну, вы же команда, вы машину, как говорится, ну, вдвоем машину можете влезть, а что вам пьедестал там, а, тем более. Так, дальше, друзья, второе место, серебро, второе место, почетное второе место, награждается под ваши аплодисменты Белецкий Владислав и Ерода Сергей. Опа, Газик не все-таки. Мы не ждали, как вышло. Газик второе место, с запаской на крыше, наша Нива. Ребята, третья. Пожалуйста, перестанчик, вот, места хватит всем. И первое место в категории ТР-0 2020 года. Победители. Да. Давайте сейчас услышим, друзья, имена этих победителей, поаплодируем все вместе. Потому что это спорт, в спорте всегда, ну, все переменчиво. Но сегодня эти ребята взяли первое место в категории ТР-0. Встречаем, друзья, аплодисментами. Готовы? Давайте все вместе. Ну, встречаем. Литвин Александр и Волчанский Сергей. На пьедестал, ребят, на пьедестал. Ребят, не расходимся, фото сделаем совместно. Теперь фото. Ребят, стали все вместе. Спасибо, друзья, у вас как всегда динамично, классно, кайфанули, разложили все машины, как всегда, да. Краса, гало, ноги козлы, все по классике. Джин-джин, ура! Спасибо. Так, дальше у нас Т1. Это вот тот самый заезд сюда, это вот из 20, сколько машин? 23. Было круто. Да, друзья, третье почетное место в классе Т1 награждается по нашему аплодисменту. Встречаем на пьедестале третьего места Крисюк Валентин и Диего Юрий. Он не ожидал. Пожалуйста, вот ваше третье место, проходите. Так, пожалуйста. Вот ваши дипломчики. А как же вам дали вот такой замечательный напор? Вова, как... Какая машина? Закрутить, в общем, на все случаи жизни. Друзья, далее у нас Т1, второе место. Т1, второе место у нас награждается по нашему смету Порубянский Андрей и Порубянский Валентин. Вот они, друзья, идут, это...
Ниточка, да? Белая Нива вторая. Пожалуйста. Поздравляем со вторым местом наших гостей из города Харьков. Нивочка, давай, хорошо прокричали, я работала, на самом деле это было здорово. Спасибо, ребята. Или не белая. Я просто видел, когда вечером проезжал по территории, мы на паблике ездили, видел, как ребята там какую-то мантру готовили, там что-то там, какие-то ритуалы проводили. В общем, ребят, сработало, что можно сказать. Это работает, все нормально. Итак, внимание, Т1 2020, первое место в категории Т1, непростой категории. Напоминаю, что с 25 экипажей доехало только 5 всего. Награждаются чемпионы этого года. Под яркие овации всех вас встречаем. Димитенко Константин! Ребят, ваше место вот здесь вот сегодня. Вы его заслужили, пожалуйста, поднимайтесь на пьедестал. Дорогу будущего. Кубок, дипломы, пожалуйста. Очень хорошая полезная вещь. Да, особенно вот, очень качественно. Ребят, кубок все вместе смотрим. Друзья, это ТР-1 2020 Прилуки. Смотрим категории, которая меня, честно, очень удивила. Ну, просто, Леша, это то, что машины выезжали, я не знаю как. Выезжали некоторые вот так вот, но это вообще было. Дискотека была еще та. Итак, друзья, категория ТР-2. Встречаем ТР-2. Почетное третье место у нас выигрывает под вашей овацией. Встречаем Демченко Владислав и Мазниченко Анатолий. Друзья, это... Я сразу... Третье место. Вы знаете, я сразу увидел, что танчик выбрал какую-то такую тактику. Знаете, аккуратную. То есть, он так подъезжал аккуратно, смотришь, что там внизу. Ага, сюда не поеду, лучше сюда поеду. В общем, очень аккуратно брал, но это сработало все на самом деле. Ребята, я так понимаю, что вы рассчитывали на то, чтобы вообще доехать, да? Ну, как бы поучаствовать только, чтобы машина сохранилась. Очень скромный, поняли, да? Такие парни, да, молодцы, скромняне. Итак, это третье место. Дальше, второе место. Второе место, ТР-2. Награждается, под ваши авансы встречаем Еремчук Ярослав, Еремчук Богдан. Да, друзья, это они, лирийские тачки. Это тот экипаж, который быстро спускался, быстро поднимался. В общем, волшебство, магия была такая целая, невероятная. Спасибо лирийским пачкам, команду ЗИП. Ну и сейчас, внимание, друзья, первое место. Первое место, ТР-2 2020. Прилуток остается. Так, Марику! Марик! Смотри, Артур! Рубля, хорят! Спасибо, пацаны! Это... Да, это тоже лирийские тачки. Друзья, ну... Ребята, не знаю, как вы между собой делили там первое место. Вы там друг другу поддавались или не знаю, как у вас там было все. Ребят, кто там вместе все вместе давайте сделаем? Еще раз давайте, друзья, поприветствуем. Лирийские тачки, первое место, а также совместная команда Афрот Маньяков и Танчика. Такой вот тандем дуэт. Вот, друзья, это... Да, это у нас троица ТР-2 2020 года. Вот видите, у нас очень хорошая артистская категория такая, тяжелая артиллерия. Итак, ТР-4, почетное третье место, встречаем, друзья. Стрельщук Максим, Петрушич Виктор. Друзья, третье место, ТР-4, Стрельщук Максим. Пожалуйста, ваши дипломы, ваши. Дальше.
далее у нас второе место категории ТР-4 награждается Крепус, Фрау и Казак Валентин. Встречаем, друзья, этот экипаж. Франц. Да. Крепус Франц и Казак Валентин. Пожалуйста, ребят, второе место по счету. Я вообще смотрел, как вы там мчались. Вы знаете, как вы мчались за первым? Да, у нас очень было все классно, динамично прям. Ну, ТР-4 сегодня прям разрывало вообще, было очень классно. И чемпионом категории ТР-4 2020 досталась победа экипажу, который, летел, да, не ехал. Давайте, друзья, встретим чемпионов этого года, 20-го категории ТР-4, Криворучка Владимир и... И Киракул Роман. Встречаем, друзья. Киракул Роман. Ребят, ваше первое место, ваш пьедестал. Друзья, это... Друзья, кто видел автомобиль с номерами «Хижак»? Вот это они, да. Мортики у вас классные просто, вы бомба, мне понравилось. Я просто влюбился. Итак, ребят, кубки повыше, фото на память. Друзья, вот они, ТР-4, ТР-3. И третье место в этом году у нас достается экипажу, а именно Прокопенко Виталий, Мицкевич Юрий. Встречаем, друзья. Третье место, ТР-3. Ваше третье место, почетное. Спасибо вам за участие. Танки вообще не боятся грязи, мы это знаем, да. Едем прямо вообще, больше газа, меньше ямы вообще. И болото, оно не такое же болото, да, если это немножко пыли. Да, немножко грязи. Друзья, второе место, ТР-3. ТР-3, второе место у нас награждается и приглашается на подиум. Подвашиваем овации, понятно, что. Харченко Константин и Каминский Александр, встречаем. Харченко Константин, Каминский Александр. ТР-3, первое место ТР-3. Награждается у нас. Леша так дает рекламу, если кто-то знает. Ух ты. Согласен. Внимание, друзья. Первое место в ТР-3 в этом году. Чемпионы 2020 года. Давайте поздравим овациями, друзья. Гаврич Валерий. И встречаем, Юрий. Встречаем, друзья. Этот экипаж, который дал шалу сегодня. Украсть не буду.